Итак, первый забег юниорок младших возраста, 18-20 лет. Из Рублёва, поля, Петербург, 19. Жоу-Иван Петерина, Республика Мария, Богат 103. Прокофьева Марина, Москва. Вот единственная представительница Москвы. Устаева Марина, Республика Мария, Богат 104. Диктор еще не проснулся, выговаривает сложные фамилии. Тяжело, но очень быстро, я думаю, приспособится. Профессионал все-таки. На старт. Арина, спокойней! Ну, медленный забег сразу видно, ну, честно. С первого круга достаточно комфортное преимущество. Закончил 200 метров, 9 номер. Это атмосфера из города Рыбинска, Ярославской области. 44! Хорошо, быстрее не надо! Можно чуть медленнее! Итак, 46-й и 55-й номера Санкт-Петербурга на хороший результат забили. Это кандидат мастера спорта из Ярославля Полина Рыбина. И Анастасия Рыбина. 47-6. Вот сейчас нормально, но ты уже сдаешь. Держи, держи темп. Остановилась Арина. К сожалению, ну что ж поделаешь. Давайте поснимаем пока лидеров. Ну тут тоже не очень быстро все. Пока на первой позиции забега держится Мария Богослова. 3600 метров у Марии будет 2.08. Ну да, медленнее. Сидят у нее за спиной. Арина, к сожалению, перешла почти на шаг. Арин, это 56 секунд. Ты остановилась вообще. Не готова оказалась. 2.51 за круг до финиша у лидеров. Мария Богослова. Случилось. 167, 65, 97, 72, 8, 30. Да, это будет минута уже. Арина, последний круг. Вот сейчас Арина должна была, по идее, финишировать, чтобы выбежать из 4 минут, но, к сожалению, это будет даже гораздо хуже, чем на Москве. Какова готовность?
Как будто что-то случилось со спортсменкой после первого круга. Да, 4:27.